Партнер прогноза погоды – Республиканский центр медицинской профилактики Минздрава Бурятии. Любящий, работающий для вас телеканал от ТВ Михалыч. Говорим о погоде на 14 марта. С пожеланием только удачи, ну и здоровья. По республике в первой половине ночи сохранится влияние атмосферного фронта. Местами не пройдет небольшой снег. Далее смещение антициклона определит погоду без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха северные районы ночью минус 10-15, местами до 20 мороза, днем минус 2, плюс 4. В центральных районах здесь теплее, минус 6-12, местами до минус 16, днем плюс 1, плюс 6. В южных районах еще значительно теплее, минус 5, минус 10, по юго-западу местами до минус 15, днем плюс 5, плюс 10. Наша дорогая столица без осадка. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 6, минус 8, днем плюс 3, плюс 5. Комфортно. Атмосферное давление ночью существенно не изменится. В составе 722, днем будет слабо падать до 719 миллиметров ртутного столба. На дорогах местами еще гололедица. Будьте осторожны, помогай вам Бог. Истина опасна и не дает гарантий, а вся общественная жизнь людей основана, так сказать, на лжи. Мы слышим только те вопросы, на которые способны дать ответ. Мы отвечаем на все ваши вопросы. А ТВ Михалыч, искренне и с любовью. Будьте здоровы. Маша, ну, не бойся. Подержи телефон. С детьми ты вспомнишь свои давно забытые таланты. Минздрав утверждает, с семьей ты сильнее.